Итак, друзья, всем привет! С вами Руслан из Швейцарии. Ребята, обратите внимание на два сайта. Вот сайт Ultron Foundation, официальный сайт блокчейна Ultron. А теперь смотрите, второй сайт, фишинговый сайт. Посмотрите на адрес holderbonuses.com. Вот это фишинговый сайт, который собирает с вас информацию, ни в коем случае не купитесь. Давайте его переведем на понятный нам язык. Смотрите, поздравляем пользователей Ultron, выбранных для получения наград в рамках программы вознаграждения пользователя Ultron. Не тратьте впустую бонус, который мы дали, получите свои награды ниже. Получить 5500 монет ULX. Смотрите, на официальном сайте этого нет. Официальный сайт переведем на понятный язык. Звучит следующим образом. Надежное, заслуживающее доверие, простое в использовании решения первого уровня и так далее. Начать, да? А вот фишинговый сайт. Получить. Теперь смотрите, в чем фишка. Люди нажимают получить. Смотрите, MetaMask всплывает. Но на самом деле это не MetaMask. Вот смотрите, я сейчас сдвину. Вот мой кошелек MetaMask. Он не открылся. А сработала вот такая фишинговая фигня, и вам предлагают выбрать MetaMask, например. Человек, не знающий, нажимает. Смотрите, что происходит. Смотрите, они требуют 12 слов, фразу. Они требуют фразу, пароль, все требуют от вас. Ни в коем случае этого не делайте. Никогда не вводите вот эту 12 слов фразу, ключ от вашего кошелька. Будьте аккуратны, друзья. Я наткнулся на этот сайт в Фейсбуке. Могу сейчас показать, каким образом. Вот объявление. Я в Фейсбуке нашел. И обратил на это внимание. Сейчас эта только история начала распространяться в интернете. Почему? Потому что на наш блокчейн обращают внимание уже во всем мире. И прежде всего мошенники. Когда, смотрите, какой сайт сделали. Один в один. Человек, который не разбирается в этом, может легко попасть. Но как мы еще можем проверить? Вот нажимаете экосистему, инфраструктура у них. И сейчас вот страница не открывается. Явно для лохов сделано. Ребят, всем передайте по структурам, всем, кто знает блокчейн Ultron, вот это видео, пусть люди посмотрят. Всегда проверяйте адрес. Официальный адрес, вот официальный адрес, Ultron Foundation. Это фишинговый сайт. Поэтому, друзья, будьте аккуратны, безопасность прежде всего в нашем бизнесе.